В Доме правительства прошла рабочая встреча главы Чувашии Михаила Игнатьева с представителями швейцарских компаний. Мы в сегодняшний день представляем компанию «Штадлер», представляем компанию «Абишмит». Вот, руководитель компании и хозяин Петер Шпюгер заинтересован выход на российский рынок. Это касательно и подвижного состава, это касательно и коммунальной техники. То, что касается коммунальной техники, сельскохозяйственной техники и снегоуборочной, у нас, в принципе, вопрос открытый стоит, и мы сейчас ищем опорный регион для того, чтобы разместить основное производство навесного оборудования. Вот, как один из вариантов, мы приехали к вам посмотреть, можно ли здесь разместить производство. Обе компании уже давно зарекомендовали себя и на зарубежном рынке. Есть крупные контракты и в нашей стране. Поставка электричек для Алиэкспресса, трамваев в Питер. Возможно, и в Чувашии появится продукция компании. Для бизнеса что нужно? Любое производство должно дать прибыль. Все знаешь. Если вы посчитаете, что выгодно здесь, ну, как сказать, открыть производство, потому что рабочие силы дешевле, электроэнергия, газ, все эти тоже составляющие дешевле. Условия для производства и что будет со сбытом – основные темы встречи. В рамках визита представители швейцарской страны посетят ряд производственных площадок в Чебоксарах и Новочебоксарске.